Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор зеленой глины 30 грамм. Зеленая глина добывается в карьерах во Франции. Там же она проверяется на чистоту биологических свойств. После этого ее высушивают на солнце. Такой тип просушивания оставляет все полезные свойства глины, не испаряя их. Зеленая глина для лица считается самой популярной среди большого ассортимента порошков. Широко применение глины в косметике для подростков. Она нежно подсушивает прыщики, не повреждая кожу лица, очищает и питает ее самыми необходимыми микроэлементами. Глина для лица обладает матирующим эффектом. Каждый может в домашних условиях приготовить себе легкую маску после работы или тонизирующую ванну. Мыловары используют глину в мыле и в производстве очень полезных шампуней и масок для волос. Зеленая глина является сильным антиоксидантом. В косметике для лица зеленую глину применяют как омолаживающий агент, питающий и подтягивающий кожу. Некоторые используют глину для приема внутрь, она помогает от расстройства желудка. Салоны красоты добавляют зеленую глину для лица в свои антицеллюлитные программы. Вот такой удобный бутылок в удобном пакетике. Мы отправляем зеленую глину нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!